Секреты скрипичного тембра. Сегодня в концертном зале имени Каца прозвучали 5 раритетных музыкальных инструментов. Заслуженный артист России, скрипач Дмитрий Коган дал в Новосибирске благотворительный концерт. Подробности в сюжете Ксении Бородкиной. Он прилетел сегодня ночью сразу же на репетицию. Скрипач с мировым именем Дмитрий Коган выступать в концертном зале имени Каца будет впервые. И для него это символично, ведь с маэстро Арнольдом Кацем у него был дебютный концерт. Я помню, что на репетициях Арнольд Михайлович был очень строг и требователен, а перед концертом он мне сказал: «Теперь забудь все, что я тебе сказал, ты должен быть большим артистом и играть музыку, творить». Я помню Каца как человека, очень по-настоящему, сейчас мало таких людей, очень преданного своему делу. Он привез 5 раритетных музыкальных инструментов. Все они принадлежали великим скрипачам: Страдивари, Амати, Гварнери, Гваданини и Вильям. И у каждой уникальный тембр. Сам Дмитрий Коган сравнивает эти скрипки с женщинами, с переменчивым характером и настроением. Такие концерты маэстро уже дал во многих городах России. Дошла очередь и до Новосибирска. Самое главное, что здесь будут не только дети-инвалиды. Здесь очень много приглашено детей из детских школ искусств, нашего музыкального колледжа, с колледжа культуры, с области приедут. И поэтому это очень важно, чтобы познакомились, во-первых, с именитым музыкантом, это раз. Во-вторых, смогли спокойно пройти в наш концертный зал, многие не были еще в концертном зале имени Каца. Этот концерт благотворительный проходит в рамках акции «Время высокой музыки». В нашем городе музыкальный вечер организовали при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Проводим много мероприятий, которые в первую очередь связаны с территорией. Я говорю про территорию Новосибирской области. Более 40 выездов было с ансамблем ретро по территории, по всех районах Новосибирской области. Буквально недавно у нас была Вика Цыганова. Сегодня мы благодарны Дмитрию Павловичу Когану, то, что он сегодня с нами, то, что он сегодня радует нас своим профессионализмом. В Новосибирске на концерте «Аншлаг» насладиться звуками 5 разных скрипок можно только один день. Ксения Бородкина, Антон Мамаев, новости ОТС.